Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Мунитесь Кирилл Подбулови. Не забывайте вводить моник при регистрации. Если введете моник и прокачать третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Также можете вводить мой промокод на шестом уровне, за него получите очень хорошие плюшки. Также хотел бы напомнить, что у меня проходит конкурс на машину Audi S8, которая находится в полном тюнинге с лаунч-контролем. Но я вас сразу предупреждаю о том, что если там будет мало участников, то есть если там будет меньше 50 участников, то я конкурс отменю, так что на меня не обижайтесь. Потому что я делаю конкурс, я хочу видеть от вас отдачу, от вас активность, но в итоге сейчас там участвует всего лишь 8 человек. Поэтому если там не берется нормальное количество участников, то я конкурс отменю. Сегодня я хочу купить, получается, новый себе дом, потому что мне надоело жить, получается, в Приморске, как-то сильно далеко, и постоянно ехать в Южный очень неудобно. Поэтому я хочу себе купить сегодня дом либо в Батырево, либо там, возможно, где-то в Арзамасе, либо в Алексеевке напротив Анашана. Все, пацаны, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что ж, пацаны, я, короче, уже приехал, грубо говоря, к Анашану. Я вот здесь хотел бы дом себе купить. Просто мне дом в Приморске надоел, сильно далеко добираться куда-то. И хочется, тем более, дом с гаражом. Поэтому сейчас я буду кататься, кидать объявы, спрашивать у людей, возможно, кто-то мне дом продаст. Как бы я дом пока что тот, который у меня сейчас продавать не буду. У меня просто есть возможность иметь 3 дома. Поэтому пока что не вижу смысла тот дом продавать, потому что я еще не купил новый дом. Бюджет у меня примерно 3-4 миллиона, потому что, кто помнит, я в предыдущем видео слил 5 миллионов в казино. Поэтому бюджет у меня сейчас небольшой. Но я могу еще продать грузовик свой, получается, который я покупал, потому что я им не пользуюсь. Нету просто на это времени. И можно будет еще тот дом продать, и деньги как бы еще будут. Поэтому сейчас моя задача — это найти дом себе и купить его. Я уже кинул объяву, но еще ее не отредачили, поэтому... Поэтому сейчас буду ждать, пока выйдет моя объява. Если она не выйдет, сейчас пойду на Нашан. Там часто люди кричат, что дом продают, поэтому, возможно, кто-то нам домик сегодня и продаст. Так, он продает дом в Гравичах, получается? Не, без гаража я, короче, не хочу. Я хочу на дом с гаражом, потому что, ну, без гаража у меня как бы есть и сейчас. Хотелось бы с гаражом, чтобы как-то все было поуютнее, поудобнее и поинтереснее. Поэтому будем все-таки искать человека, который продаст дом с гаражом. И хотя бы в Батырево, лучше вообще напротив Анашана я бы купил дом, потому что, ну, очень удобно местоположение. Как бы в Приморске я уже много раз жил, и в Батырево я много раз жил, а вот именно здесь я еще не покупал дом. И на Рублевке я много раз жил, но на Рублевке не хочу дом покупать. Во-первых, у меня нету денег на него, во-вторых, ну, если на Рублевке дом слетит, будет жалко. Тем более на Рублевке я проебал где-то 3 дома, понимаете? Это около, там, 50 миллионов я просто проебал, из-за того, что они в хвост летели, понимаете? Я на Рублевке дом покупать вообще не хочу, лучше какой-то купить дом простой, с гаражом и все. Так, пацаны, вышло мое объявление как раз. Вот, бюджет 3 миллиона. Ну, типа, 3 миллиона, не знаю, можно какой-то дом купить или нет. Я просто не помню, сколько я свой дом покупал, который у меня в Приморске. Надо будет видео пересмотреть, потому что я реально не помню, сколько я дом покупал. Потому что мне нужно реально цену, чтобы я примерно понимал, поскольку дома продают на родине. И вообще, ну, при продаже, чтобы я не оханулся, не продал его дешево. Так, все, налоги я на машину и на дом оплатил. Так, бизнес, который скоро слетят. Таких нету, дома. Ну, блядь, тут половина из них это не дома вообще, по сути. Поэтому, ну вот через 2 ПД слетает типа дом, да? Вот допустим, через 2 ПД слетает дом, да? ID461, давайте посмотрим. И это у нас квартира получается в Эдово. Ну типа, блин, тут дома редко слетают, поэтому придется все-таки еще объявы кидать и искать все-таки какой-то дом, который я могу купить. Но походу мне нужно бюджет свой увеличить там до 4 до 5 миллионов. Хотя мне всего 5,2, ну ничего, потом дом продам, как бы будут еще бабочки, я думаю, это нормально. Так, короче, я все-таки решил поставить дом Кенни, который продает без гаража. Вот это типа вот дом, да? Ну, давайте посмотрим. Так, интерьер у нас... ну, такой себе сейчас интерьер. Ну, блин, просто я хотел с гаражом дом, понимаете? Бля, я не знаю, сколько ему цена этому дому. Ладно, давайте купим этот дом, хрен с ним уже. Ну, типа, конечно, это не Батырево и не Алексеевка, но я думал, что дома на родине намного дешевле. Но оказывается, то, что их продают очень дорого. Прям очень дорого. Минимум дом можно, скорее всего, купить там за 3-4 миллиона. Так, 4 миллиона. Так, дом. Купить, что я могу еще сделать?
Так, место спауна изменилось. В принципе, ладно, здесь хотя бы интерьер получше, чем в том доме, который у меня сейчас. Давайте сразу припаркую здесь машину, потому что появляться я буду теперь только здесь. Ну, блин, у меня еще осталось тот дом продать, и все. Типа, ну, я тот дом продам, у меня, получается, еще будут деньги. Давайте я вам покажу дом, где я жил до этого. Вообще, почему я хочу приехать? Ну, во-первых, сильно далеко выезжать. Вот где дом находится, аж просто, ну, просто в жопе мира. И мне нужно просто пол карты объезжать для того, чтобы попасть в тот же Южный, либо на Нашан. Поэтому, ну, сильно далеко местоположение, это во-первых. Во-вторых, ну, типа, мне огород не нужен, по сути, здесь. И здесь, ну, мне не особо нравится жить. Да, когда-то у меня здесь был дом рыбака, и мне было здесь по кайфу жить, потому что, ну, как бы я и бабки зарабатывал, и у меня еще лодка была. Ну, а так, ну, я чисто этот дом купил ради огорода, чтобы записать видео, получается, типа, про систему огорода и про фургон. Фургон я буду продавать, я его купил, по-моему, за 2,5, а дом я купил, кстати, по-моему, тоже за 2,5 где-то. Надо, короче, будет видео пересмотреть. Фургон я буду продавать, дом я тоже буду продавать, поэтому деньги, как бы, у меня еще будут. Сейчас нужно будет перепарковать машины, а именно забрать Audi, крузак. Ну, короче, все машины нужно будет забрать и перепарковать. Продажей дома и фургона я займусь, скорее всего, вне серии, поэтому, пацаны, кто шарит ценок, напишите, за сколько можно вообще этот дом продать, потому что этот дом покупал где-то, ну, месяца два, наверное, назад. И, возможно, цены поменялись, потому что на родине, пацаны, экономика меняется. Цены то повышаются, то понижаются. И хрен пойми, сколько сейчас этот дом стоит. Он такой симпатичный, тоже прикольный, но, по сути, мне он как бы не нужен. Я решил переехать поближе. Переехал я в итоге в Роговичи. Ну что ж, пацаны, это у меня все, всем спасибо за просмотр, я пока что не перегнал с ним машины, я займусь этим чуть позже. Домик я купил, в принципе, он неплохой, я не знаю, дорого это или нет, потому что я на родине всегда в ценах не разбираюсь, потому что на родине экономика такая специфическая, она постоянно меняется, поэтому напишите в комментариях, кто знает, дорого это или нет. Домик у меня находится в Роговичах, недалеко от Анашана, мне, в принципе, все нравится, то, что мой путь теперь будет недалекий, куда мне нужно ехать там и так далее, это очень и очень удобно, и очень-очень хорошо. Напишите в комментариях, какой вообще дом, типа, нравится, не нравится. Мне, в принципе, интерьер понравился, он намного лучше, чем в том доме. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте вводить по ним по регистрации, и также не забывайте участвовать в моем конкурсе. Все, всем пока-пока.